Hello. Как вы помните, это, ну, уже, наверное, моя будет постоянная рубрика, где я буду донатить на этот сервер и прокачивать этот аккаунт. И вот, сегодня я задонатил очень довольно, ну, приличную такую сумму денег. Я задонатил, во-первых, на, ну, вы видите, сколько у меня сейчас аметистов, и еще на привилегию, донат привилегию, потому что я такой подумал, а что, если я доначу, еще не задонатить на такие вещи, давайте уж донатить тогда по максимуму. Сейчас пишем, а нет, для начала мы пишем вот эту команду Salary. И для начала у вас, так, у меня какой игрок, Аспид, а у меня Маркиз Salary. Так, это понятно, Аспид вроде выше даже, донатя. А спит он, да, он выше. Да, он выше. Он выше. А где мой? Так, это принц, это лорд. А, ну, фиг с ним. Фиг говорит. Мне важнее вот эта штука. И мы сейчас получим. Во-первых, хочу этот кит получить. Получить набор, да, и еще один кит я хочу получить. Это, кстати, для вас лайфхак, как получать. И получаем вот этот кит. Вы уже взяли набор. Ну ладно, подождем, когда вот эта штука пройдет. Но я уже получил довольно прикольный киток. И мы сейчас вот эти вот все приколы продадим, да. Вот это вот все пока сюда выкладываем. Вот сюда, вот сюда. Так. Это мы все уже выложили. Так, погнали продавать. Давайте все продадим, наверное. Давайте посмотрим, сколько это вообще стоит. Все. Так, цены. Нет, не то. Не то. Так, это все не. О, вот тут вроде есть, да. 500. Давайте посмотрим просто, чтобы понимать, за сколько нам продавать. А то вдруг продадим за дешево и все. Так, что тут? Тут ценники, знаете, мне что-то не нравятся такие ценники, потому что... Так, зелье не то, еда не то. Так, давайте, нет, броня, инструменты, оружие, ценные вещи, так, ценные вещи, да. Может тут? Так. А давайте попробуем продать одну колбочку за... Ах, за 35 000 просто вот проверим, купят или нет. А? Вот просто одну колбочку, вот эту вот зелью варки, просто за 35 косарей продадим. Вот проверим, просто купят через какое-то время. Да. Это мы сразу продадим за 100 косарей. 100 тысяч, 10 тысяч, 100 тысяч. Да, 100 тысяч. Так, а это за... Ну, давайте. Видимо, колбочку не купят одну. Так, ладно, фиг с ней. Аксел за 50. Да, купили. Давайте за 150 теперь. За 150 000 продадим. Эту тоже. Аксел. Эту за... ну, 6500 давайте. Давайте за 6500, да. Это мы продадим за... Давайте за пятнашку, может, купят. О, так, это... Давайте, вот это мы кое-как по-другому продадим. Вот это мы все продадим по-другому. Так, вот это давайте. Вот это мы все по... Ах, сел за... По 5500 давайте будем продавать. Просто по 5500. 5500. 5500. Интересно, купят? Если купят, будет очень хорошо. А если нет, ну, жаль. Что могу сказать? Хотя, нафиг продавать по одной, если можно продать сразу по, как говорится, по многу и сразу получить больше денег. Тогда. Давайте, вот это за 6500. За 6500. А это за... Тоже за... Аксел.
за 6500. Все. Это за, ну, давайте за 8500. Так, эти золотые яблочки, я считаю, можно даже по одной продать, потому что, ну, как бы, извините меня. Каждое яблочко просто по пятнашке выставляем. Просто по пятнашечке. Думаю, купят. Если нет, то печалька. По пятнашечке. Пятнашка. 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 Так. О, сразу. Покупают, это хорошо. Ах, сел, пятнашка. А, так, давайте еще. Ах, сел, пятнашка. И это ах, сел, пятнашечка. Так, это за ах, сел, за... Давайте пятнашку тоже продадим. Все, думаю, купят. Да, думаю, купят. Так вот это что-то не покупают еще, а? Вот это вот что-то не покупают, а? Давайте продадим тогда за... Ах, за 3500. Да, за 3500, думаю, точно купят. Да, все. Купили за 3500, и я не дурачок, поэтому я помню про то, что у меня есть еще кое-что, еще 13580 аметистов, и мы кое-какие дорогие вещи купим. Я что-то задолбался. Ну, давайте купим какую-то недорогую кирочку просто с этим. Уже купили. Давайте для начала купим все самое важное. Спавнер, потому что, думаю, он многим нужен. Так, он что-то слишком тут дорогие ценники. Так, давайте за... Дайте какое-то яйцо... Хотя нафиг эти яйца призывы. Давайте сферы, призывы. Так. Давайте зелья какие-то купим. Так, зелья, шахтеры. И просто кирку как по стандарту. Давайте. Ну так уже не кирку. Давайте вот эту кирку. Да, у меня осталось, получается, сколько? 8000 монет. Нормально. Ах, сел за... Давайте для начала чуть-чуть используем, и потом за 3, давайте за 500 тысяч продадим, и все. Хотя ее можно себе оставить и сделать как основную свою кирку. Давайте так и сделаем, ее потом можно починить всегда и продать. Поэтому нормально, потом просто, когда уже на ней будет мало всего, просто ее продадим. Да, а сейчас купим какой-то наборчик. Давайте сразу элиты, сколько он стоит? 4000 можно дальше. У меня, да, 4000. Давайте за 4000 просто приобретем. Все. Это мне все нафиг не нужно. Так, так, так. Все, у меня осталось еще 3000 аметистов. Прикольно. Давайте еще что-то купим, а? Так, вот это все пока. Сейчас мы столько бабла на этом заработаем. Вот видите, почему надо донатить? Потому что ты столько бабла на этом зарабатываешь. Это просто жесть какая-то. Просто по 150 тысяч. Можно продавать, потому что, да, потому что я могу. Просто по 150 тысяч. Просто по 150 тысяч. И все. Причем я небольшие деньги довольно доначу это все и получаю такой хаб. Просто пипец. Просто великолепие. Просто вот так вот. Просто столько денег на это можно срубать, а? Это просто кайфы. Это просто великолепно. Я вам еще раз говорю. Это просто великолепно. Так, теперь нам надо вот это все продать. Вот это, вот это. Так, вот это все сюда скидываем. Вот это, вот это, вот это. Вот это можно продать сразу, я понимаю, что за пятнашку, думаю, надеюсь, купят. Пятнашка. Это вообще можно по... Так, это можно за 55 тысяч продать. Это можно за 3500, потому что довольно быстро они покупают, значит... Так, за 3500 думаю, купят, да. Это можно по пятнашке просто продать. 15 тысяч. Так, это все тоже по пятнашечке выставим. Давайте по 25 тысяч. Вот это по 25, это по пятнашке. По пятнашечке, да. Все. Я, как говорится, продал все, что нужно. Сейчас это продается. Эти стрелы по 3500 все продадим.
Так, это по 3500 и Аксел по 3500. Готово. И так, вот это все можно забирать и все продавать просто по 10 тысяч. 100 тысяч, 10 тысяч, 10 тысяч. Ах, сел. Тут давайте 9 тысяч. Тут давайте, ну, давайте 8500. Вот такие ценники поставим. А вот это можно продать, я не знаю, за сколько будет. Думаю, давайте за 5600 продадим, не знаю. Так, этот лук можно продать за 15, сразу понимаю. Так, а даже за 25 его купят. За 25. Так, вот эту кирочку я, вот это все оставлю себе, а броньку, в принципе, она мне нафиг. Оставим, давайте, пока оставим. Да, у меня пока будут покупать, у меня уже 16 миллионов. И сейчас, хотя, знаете, что просто сразу давайте не будем сразу фигней, просто за 500, давайте за 600 тысяч, 600, 6 тысяч, 60 тысяч, 600 тысяч, да, 600, да, 600. Да, 600 тысяч, нормально. 20 там, ого, покупают, так, вот это нам надо, вот так, вот так, вот так. Вот так вот. Так вот. О, хорошо, хорошо. Так, вот так вот. Хорошо, мы сейчас только это заработаем, а? Так, вот тут. О, за 600 тысяч купили. Наконец-то. Я уже думал, не купят. Так. Я думал, уже понижать ценники, но купили. За 600 косарей купили. Так, ага. Так, мне надо только алмазы, если честно. Мне все остальное нафиг не нужно. Я так чисто по алмазикам бегаю. Так, вот это все мне не нужно. Вот это мне все тоже не нужно. Так, алмазики, 33 алмаза. Так, где тут еще алмазы? Алмазы. Давайте вот тут алмазик, тут. Давайте просто будем пока все добывать и искать алмазы. Давайте вот просто вниз прокопаемся и найдем, может, алмазы. Так, алмазы. Так, а еще алмазы. Так, кайф, 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 кайф. Надеюсь, тут еще и... О, алмазы. Берем. Так, ты, алмазик, ко мне идешь. Забудем быстренько алмазиков и продадим их все. Так, а это все добываем. Так, где... Во, вот это нам как раз-таки и нужно. Так, вот это вот давайте... Просто сейчас найдем алмазики и продадим их. Ну все. Так, можно вылезать из шахты. Ну, давайте еще просто пару алмазов чисто по приколу. Добудем и продадим. Кстати, у меня еще есть 3000, можно еще что-то купить и продать. Так, Аксел за 100. Сколько стоит сейчас на рынке, интересно, знаете, алмазы. Это просто понизим чуть-чуть цену и все. Так, по 900, по 600. Давайте по... думаю, ах, сел за, ну, 350 тысяч, давайте. 350 тысяч, да. 350 тысяч и все, что мне, да, сразу купили. Так, вот это все задаем скупщику. Да, сразу же купили за 350 тысяч, нормально. Так, 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 так. И вот это все тоже. О, еще пятнашка прилетела мне. Так, это что-то не может продаться. Давайте это тогда за 5, давайте это за 4500 продадим. Это значит продадим Ахсел за 1500. Этот уже за 1500 можно продать, думаю, за 1500. Так. И еще давайте меч продадим Ахсел за пятнашку, думаю. Пятнашка. Ах, сел. 20. Давайте. Ай, просто все по пятнашке будем продавать. Давайте. Пятнашка. И пятнашка. Ах, сел. Пятнашка. Все. И вот это тоже все скидываем себя и продадим сейчас. По пятнашечке. О, уже купили что-то. Так, ах, сел. Пятнашка. Кстати.
Если вы не заметили, да, я если что, играю с модами. Ну, то есть у меня есть моды, кое-какие определенные для этого сервера. У меня есть борочка специально играть на серверах для 1.16.5 версии. Так вот, я ее могу вам, естественно, слить. Но, если вы на этом ролике наберете 1. Но эта сборка такая, довольно хорошая, поэтому 10 лайков набирайте на этом ролике, и я делаю, собственно говоря, сливаю вам эту сборку. Если не набираете, ну, не солью эту сборку. Вот такие пироги. Поэтому давайте. Жгите. Жгите, жгите, еще раз жгите. 15 и 15 и 15 тысяч. Так, все. Продали. Продали. А у нас уже ролик идет 15 минут. Это для вас такой подарочек, если что, уже. Так вот, да, я за кадром еще вот эти, наверное, вещи продам. Вот. И еще что-нибудь куплю за кадром за эти. Хотя нет. Ну да, я тут еще на эти 2200 за 3082 что-то еще куплю. Давайте прямо сейчас купим в конце ролика уж. Так, какой-то наборчик, да? Так. Так, он... Так. Давайте просто какой-то за максимальную 3900. Получается вот это, да? Да? Так, я не могу его тоже купить. Так, давайте... Давайте купим. Все. Я купил наборчик, я тут все продам. Вот это вот все, что вы сейчас видите, это все, естественно, продам за кадром. На этом хочу сказать всем удачи. Всем пока-пока. А не эти 1300, я тоже что-то куплю. Всем пока.